Я считаю, что не существует ни одной страны, в которой возможно искоренить коррупцию. Я считаю, что нет ни одной страны, в которой можно обуздать коррупцию. Я считаю, что коррупция – это неотъемлемая часть жизни этой империи. Что с этим делать, абсолютно не понимаю. Но если Путину удастся или удалось ее каким-то образом обуздать, направить, там, собирать дань с этой схемы и вкладывать в правильные, в нужные вещи, как-то армия, там, флот и так далее, то пусть будет. Если это коррупция... Но в любом случае с этим нужно бороться явлением, и особо наглых взорвавшихся людей, конечно же, нужно искоренять. Есть один вариант, как это сделать. Начать стрелять. Просто тупо начать стрелять. До тех пор, пока этот вариант не будет работать, даже не стоит думать о том, что с этим можно что-то поделать. Нужно просто, как при изнасиловании, расслабиться и постараться получить удовольствие. Иначе никак.